Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. У нас полным ходом идет каталог Oriflame номер 9, а дополнительно есть еще один каталог, он называется Выгода Плюс, и он доступен всем, кто в предыдущем каталоге номер 8 суммарно разместил заказы от 100 бонусных баллов. И мы сейчас вместе с вами полистаем этот каталог. Дело в том, что он только в электронном виде, и я вам покажу те продукты, которые я использую уже из этого каталога, и дам свои рекомендации, что нравится и что лучше всего заказывать. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог начинает свое действие с 27 июня и закончится 10 июля. Кстати, если ваш заказ будет, сейчас посмотрим, от 10 баллов из этого каталога, то вам будет вложен случайный бонус за 3 рубля. Бонус — это пробник. Какой-то пробник. Увидите потом, когда получите. Итак, вау, цена у нас на парфюмерную воду Infinita. Обожаю этот аромат. Просто обожаю его всем сердцем. Это аромат страсти. Он сладкий, но он не тяжелый. Он очень эмоционально взрывной. Я его называю таким солнечно-позитивным, потому что он и теплый, и в то же время он дает массу энергии. Я рекомендую этот аромат сначала, конечно же, пробовать через тестеры. Тем более, что на этот аромат были тестеры, посмотрите на сайте и закажите, прежде чем купить. Но я честно могу сказать, что влюблена в этот аромат, и он достаточно стойкий. Его состав цветочно-фруктовый, и несмотря на всю его сладость, летом он мне тоже нравится. Мандарин, жасмин и кашемировое дерево, и какой-то еще грандифлорум, вот такое растение интересное, аромат классный. Два парных аромата, женский и мужской, Full Moon. Необыкновенные ароматы, достаточно, кстати, стойкие, несмотря на их низкую стоимость, по 299 рублей. Это шикарное предложение. Ароматы красивые, интересные, в паре они друг друга дополняют, поэтому рекомендую всегда, если у девушки есть парень, то брать ему сразу аромат, и это будет здорово, то что вы друг с другом будете как гармонизироваться. Тот же состав смотрим в каталоге. Аромат ароматический, зеленое яблоко, бобы тонко, ветивер. А женский аромат нас радует такими нотами, как цветок персика, ночная гордения, ванильная орхидея. Я, кстати, себе такой аромат заказывала, а у меня его отжали, как говорится. Ну, классный аромат, но учитывая, что сейчас лето и хочется какого-то чего-то такого необычного, страстного и в то же время не тяжелого, то эти ароматы действительно подойдут в самый раз. Компактная минеральная пудра Giordani Gold за 499 рублей. Два оттенка, светлый и естественный. Была как-то у меня эта пудра, конечно, она классная. Вот будет она вот в такой упаковке, черная с золотым кантом. Здесь у меня просто прессованные румяна, ну, коробочку вам просто показала. Чудесные продукты Giordani, я их очень люблю и тоже всем всегда рекомендую, тем более когда идут какие-то волшебные акции. Базу под макияж я не пробовала, читайте отзывы. Отзывы разные, кто-то в восторге, кому-то не нравится. Как обычно, на каждый продукт у нас находятся люди, которые будут и позитивить, а кто-то будет негативить, потому что разный тип кожи, разное восприятие, соответственно, что да, это, ну, не всем, да, может подойти продукт. Помады два варианта: матовая с эффектом металлик, сейчас очень модно матовые помады с эффектом металлик, их тут у нас 5 оттенков на любой вкус, очень рекомендую себя побаловать. И второй вариант помады — просто матовая икона стиля. И у меня есть один из вариантов этой помады, код 32317, красивая упаковка и чудесный тон. Я этой помадой, кстати, часто пользуюсь. Мне нравится то, что она матовая, достаточно стойкая, но она абсолютно не сушит губы, потому что есть некоторые помады, которые я не могу регулярно пользоваться, все равно ощущение на губах немного такое вот, ну, подсохли, и срочно нужно бальзамом. Эта же помада очень мягкая, видите, ее можно снять, но она все равно дольше держится, чем любые обычные увлажняющие помады. И через какое-то время она станет матовой абсолютно и будет очень красиво лежать на губах. Кстати, обожаю эту помаду, и вы видите, у меня здесь немножечко еще есть, но уже лежит новая упаковка, потому что эта помада мой фаворит, можно так сказать, одна из любимчиков.
К сожалению, у меня нет ни одного оттенка лака, чтобы вам показать, но лаки в Oriflame чудесные. Кстати, сейчас один из лаков у меня на ногтях. Серия On Color, разнообразие оттенков, очень модные стильные оттенки по выгодным ценам, 5 миллилитров, то что не успеет надоесть и быстро закончится. И здесь у нас 3 оттенка глянцевых, 4 матовых и 2 оттенка просто лак для ногтей. И кстати, можно их посмотреть у меня в обзорах, должны быть эти лаки. Ну, на канале вводите лаки On Color и обязательно вы увидите какие-то классные обзоры. Следующий продукт, который нам гарантирует за 4 недели использование более ровный тон кожи. Смотрите, используем мы курс 1 раз в неделю. В коробке у нас вот такая коробка. В этой коробке лежат 2 упаковки по 4 тюбика, номер 1 и номер 2. Как пользоваться? Умылись, наносим, то есть скрываем вот так, ампулу открываем, наносим на лицо на 10 минут. Проходит 10 минут, берете ватный диск, наносите на него номер 2 и стираете им номер 1. Все. Почитайте более подробную инструкцию на сайте, потому что у нас получается первый шаг это пилинг, второй шаг нейтрализатор. Почитайте все равно подробную инструкцию. И самое главное, что после использования этого крутого пилинга на следующий день желательно не загорать на солнце, потому что кожа становится очень такая обновленная. Классный продукт. Интересный в использовании. Здесь нас ждет продукция для мужчин, набор по уходу за бородой, расческа, ножницы в чехольчике, следующий лосьон для украшения бороды и масло для ухода за бородой. Я хотела у Миши заказать как-то такой набор, но он сказал: не надо, мне очень нравится масло Элио, и я им очень доволен. Но окей, а все же если у вашего мужчины борода, то конечно можно его побаловать такими специальными продуктами в таком красивом мужском дизайне, очень брутальном. И еще один продукт — это тонизирующий гель для лица, всего за 299 рублей. Уход для мужчин, конечно, нужно вводить постепенно, чтобы мужчина у нас привыкал, был ухоженный, пробовал разные продукты, да. И конечно гель для лица, он на лето сейчас будет актуален как никогда, охлаждает, успокаивает после бритья и снимает следы усталости. Замечательно. Далее мыло, красивое мыло, яркое, оно будет с аппетитным ароматом, таким вот, по-моему, хвойный аромат в этой серии был, честно не помню уже, потому что себе такое мыло не оставляла, но забрали на подарки, помню, что понравилось. Следующий продукт — это мерцающее масло для тела, мед и молоко. Вот смотрите, если им не пользоваться, то золотинки у нас лежат здесь, если мы его вот так вот смешиваем, то золотинки плавают в масле, но как такового вот эффекта, что вот прям ой, масло масляное, все переливается, нет, оно прекрасно увлажняет кожу. Но вот легкий легкий отлив такой ухоженной холеной кожи вы конечно получите. Но самое главное — это какой-то невероятный аромат, просто я прям вот вдыхаю и наслаждаюсь этим ароматом. Я знаю, что многие любят это масло, ищут его, потому что оно было лимитка, нет его в постоянной серии в каталоге, да, вот так только можно в распродаже его ухватить. И следующий продукт — это специальное смягчающее средство с маслом апельсина. Ой, я его забыла взять. Это у нас маленькая такая баночка смягчашечки, используем везде, где есть сухость, где есть стянутость или шелушение: кутикулы, пятки, колени, губы, вокруг кожи, вокруг глаз, везде, где натертости, может быть носик, да, натерли, то есть ну болячки какие-то, очень легко болячки отстают, быстро заживляются. Классная штука, и всего за 89 рублей, хорошая цена, очень хорошая. В последнее время в каталогах эти смягчающие средства намного дороже, поэтому самое время пополнить запасы. И вот я уже держу в руках такой спрей Афродита, да, Дары Афродиты, за 249 рублей. Этот спрей можно использовать и для тела, и для белья,
Смотрите, как интересно, после душа вы можете нанести легкий аромат на кожу и распылить его на белье, на постель, чтобы от постели вкусно пахло, потому что не оставляет следов. И аромат действительно приятный, нежный-нежный, очень не напрягающий, такой приятненький, вкусненький. Самое тоже мне нравится, когда вот постельное белье вкусно пахнет. Следующая продукция — это серия Love Letter. Эта серия содержит в себе, то есть состоит из крема для рук и мыла. Вот у меня кусочек мыла я дочке дарила, сейчас смотрю, лежит, у нее еще не распечатано, я взяла вам его показать. Мыло будет у нас в форме такого конвертика с сердечком, то есть это послание любовное и приятный комплимент. Если вы хотите кому-то сделать или себе, то конечно же будет приятно подарить такое мыло. И набор кремов для рук, 3 штуки в красивой подарочной упаковке, вот так будет выглядеть крема, с разными ароматами. Аромат жасмина, сирени, пиона. Чудесные флакончики по 30 миллилитров, выглядят как красочки, тюбики такие от красок акварельных или масляных. Я в восторге от этого набора. Мой любимый аромат — сирень, все время себе его оставляю. И стоимость 219 рублей, прекрасная стоимость, поэтому можно смело брать и на подарки. Кстати, можно же ведь не целую коробочку дарить, а подарить всего один комплимент клиентам, вложить в заказ как подарочек. Ну, шикарный вариант. И следующая страничка для волос, специальный такое кольцо бублик для формирования прически. Есть у меня на канале один вариант, как сделать с этим бубликом классную прическу, но вариантов конечно может быть больше, гораздо больше. Включайте фантазию, воображение. Поможет это кольцо сделать объем на голове, то есть если вы собрали хвост, например, сверху кольцо, волосы распределяете, получается объемная красивая прическа. Сейчас модно высокие прически, такие уложенные, красивые, они придают деловитость, возможность создать новый образ, да, как-то поэкспериментировать. И конечно же прикольные заколки, зажимы для волос, их в наборе, по-моему, 2 штуки. Да, 2 заколочки, они очень хорошо фиксируют пряди, чтобы не падали на лицо. Яркий розовый цвет, то что тоже украсит волосы, особенно красиво смотрится на темных волосах. Это, ну конечно, это ярко, сразу эффектно. А для модницы, для любителей аксессуаров, у нас есть целые подборки на комплекты ожерельев, серьги, гвоздики, всевозможные аксессуары разнообразия, и ажурные, и такие вот стильные, как например такая интересная асимметричная, да, конструкция. Просто можно и как гвоздик носить, и с подвеской. Мне очень нравятся такие колоски ажурные, красивые, в таком восточном стиле. Если вы себе под образ видите, что вам что-то подходит, то конечно заказывать здесь, так как и скидки хорошие, и уже в каталогах Oriflame нет аксессуаров. К сожалению, это огромная потеря для меня, по крайней мере, потому что я любитель аксессуаров. Шикарное ожерелье с кристаллами, очень яркое, сочное, необыкновенное, и летом с каким-то сарафаном, в котором присутствуют аналогичные оттенки, да, может быть у вас есть что-то сиреневое, оранжевое, да, посмотрите, как вариант можно использовать. Но с белым конечно будет тоже всегда красиво. Красивая подвеска, то есть колье с подвеской, с шаром. Вот дело в том, что этот шар весь усыпан кристаллами, и это все переливается при солнечном свете или при искусственном освещении, шикарно выглядит. Очень стильные часики. Вот насколько я не люблю часы, практически их не ношу, у меня есть от Oriflame аналогичные часики вот с таким браслетом, вот их я люблю, и частенько они меня украшают и помогают мне ориентироваться во времени. Сумки. Сумка клетчатая, это сумка Shopper, она достаточно крупная, материал полиэстер, 33,5 на 13,5 и на 29,5, то есть она такая объемная, на замке, с подвесным карманом. Внутри у нее, не помню, подкладка есть или нет, по-моему есть подкладка. Помню, что видела эту сумку,
у нас может быть внутри, да, есть подкладка красная, то есть сумка будет такая основательная, эффектная, посмотрите, какая она классная. А интересный вариант — платок, который идет в комплекте с ручкой под кожу, и мы можем с вами создавать сумку боха, то есть такой стильный вариант, когда ваша сумка, то есть платок превращается в сумку, забавно. И третий вариант — это сумочка со съемной металлической бахромой, представляете, то есть вы можете снимать бахрому, можете носить, но мне кажется, с бахромой выглядит намного интереснее, я бы снимать не стала, такой стильный плотный клатч. И сапожки, валенки с пайетками за 499 рублей. Если у вас дома холодные полы, то готовьте сани летом, как говорится, и прямо сейчас запасайтесь по такой крутой скидке. А почему это такая вау-цена? Что за специальная цена? А при покупке любых двух продуктов из этого каталога, кроме самих валенок, вы получаете возможность приобрести тапочки-пайетки с супер скидкой. Ну классно же. В общем-то все. Мы с вами так быстро пролистали этот уникальный каталог. Я, например, уже точно знаю, что я закажу. Меня уже просили масло для вот этого мёда, молоко меня просили, я его точно закажу. Возможно, пополню запас с такими кремиками. Слушайте, это здорово, когда есть такие возможности дополнительно взять что-то с большими скидками. Так что пользуйтесь этим и стремитесь всегда быть в премьер-клубе, чтобы вам были доступны максимальные выгоды от компании. Если видео полезное, жду от вас сердечко. Всего вам доброго, до новых встреч!